В Международном учебном центре «Профессионал» мы продолжаем традиции профессионального роста наших слушателей, наших курсантов. И в очередной раз нам приехал в гости наш коллега, хороший друг и профессионал с большой буквы, профессор Миланской школы эстетики Радаэли Алесио, который показал свои авторские наработки по волюметрической коррекции лица, а также свои авторские методики нехирургической ринопластики. Тема, которой посвящен мой визит сегодня, это нехирургическая ринопластика. Спросите любого, и вам подтвердят, что я во многом являюсь первопроходцем в безоперационной коррекции носа. В моей клинике 25 или даже 30% всех процедур – это инъекционные процедуры с применением препаратов на основе гиалуроновой кислоты и БТА. Поэтому, опираясь на свой богатый многолетний клинический опыт, я обобщил все возможные сложности в этой работе с учетом всех деталей – схемы, дозы и риски. Такие мероприятия очень важны для косметологов, для специалистов любого уровня. Несколько по-новому открылась нехирургическая ринопластика. Рассматриваются очень важные темы, такие как опасные зоны, чего мы больше всего боимся при работе. Были показаны такие методики, которыми я не обладала. Материал давался очень легко. Все понятно, все ясно, то есть объяснял очень здорово. Очень много обаяния исходило от самого спикера, от самого Алисио. То, что я слышала ранее, остается впечатление, что это опасно, это тяжело, очень много осложнений. Когда мы послушали и посмотрели сегодня мастер-класс, то оказывается ничего страшного, и можно это прекрасно применять в своей практике. Он старался всех научить, поставить руку, помочь, подсказать. После семинара с таким именитым преподавателем все страхи и сомнения уходят на задний план, и работа, я думаю, будет великолепна. Почаще бы такие обучения.